вместе с нами 100% тепла. Молодцы! Туда, где света, туда, где рассветы, туда, где не сходишь с ума. И на безостепенье света твоих абонентов любовь 100% тепла. Улечу туда, где света, туда, где рассветы, большое вам. И вы знаете, и предыдущие песни, и следующие, которые мы исполним, обе эти песни я посвятил своей любимой жене. Вы знаете, я женат 3 года, и я не мог не разделить то, что делаю в своей жизни, и не мог не написать ни одной песни о ней, потому что она мой герой. Вы знаете, если и есть среди людей сегодня на этой земле мой герой, то это она, потому что я считаю, что то, сколько иногда приходится и ждать, ну не знаю, переживать вместе со мной, просто не то, что достойно моего восхищения. Я считаю, что это на самом деле мой подарок с небес. Вы знаете, у меня в жизни, все так получается, я музыкант, я много езжу и много всего происходит. Вы знаете, ведь мы же не киборги, иногда мы падаем духом, да? Правда же? Нам
кажется, блин, ну вот может быть еще что-то бы, и еще мы иногда просто не находим в себе силы что-то делать дальше. Но вы знаете, я так благодарен Богу, что в моей жизни есть она. Потому что однажды, я помню, приехал домой, был один из туров, мы сели с ребятами, подвели итоги всего того, что мы делали, и знаете, мы растем все, у нас появляются семьи, и все чаще заботит этот же самый вопрос, да, который заботит всех нас. А как же дальше, ведь уже все взрослые, и мама с детства говорила, на музыке не проживешь. И ты знаешь, я помню, как я сел однажды напротив нее и сказал, знаешь, Карин, я думаю, что надо, наверное, что-то поменять, может быть, просто чем-то заняться другим, либо взять паузу. Вы знаете, тогда она посмотрела на меня и сказала, ты не можешь сделать этого. Потому что я выходила замуж за парня, у которого горели глаза, и который хотел изменить этот мир. И сейчас передо мной сидит все тот же парень. И вы знаете, она сказала, если нужно будет, мы что-то будем придумывать, если нужно будет, может быть, придется пережить более трудные дни, но ты это не бросишь. Ты понял меня? Я посмотрел на нее и сказал, да, я понял. После этого я, если честно, немножко даже чуть не прослезился, но для меня эта история стала большим вдохновением. Вдохновением на то, чтобы вы, девушки, которые здесь есть, разделили то самое великое призвание, которое будет в жизни ваших мужей. Потому что только если вы увидите мужчину, который состоялся рядом с вами, вы поистине будете счастливы. Парни, которые здесь есть, вы призваны все делать нечто великое для Бога. Найдите себе правильную жену, которая будет смотреть с вами в одну сторону, а не на которую будете вы смотреть, и ваша челюсть будет вниз. Найдите себе ту, которая в самый трудный момент будет любить вас безусловно и скажет вам ту же самую фразу, которую однажды я услышал от своей жены. Ты не можешь бросить это. Ты должен продолжить дальше. Спасибо.